Сейчас Ренат Асадуллин идет на поправку. Операцию провели неделю назад. Его любимое золотое обручальное кольцо, которое он носит уже 27 лет, чуть было не лишило его пальца на всю жизнь. Машину ремонтировали, стал спускаться по железной лестнице, ну, такая вертикальная лестница есть, в яму смотровую. Ну, оставалось, может быть, спуститься до конца сантиметров 20. Нога соскользнула, а вот я поехал, руками-то задержался, а там видно, окалина была на ступеньке, кольцом зацепился. Все, потом только вижу, кольцо смято и кожи нет на пальце. Как вы видите, здесь сфотографирован палец пациента, происходит перчаточный дефект, отрыв тканей пальца вместе с сосудами. По словам микрохирургов, чтобы восстановить палец, кольцо убрали щипцами. Сшивать пришлось не только кожу, но еще и вены и тончайшие сосуды. Операция проходила 6 часов. Понадобилось увеличение под микроскопом. Тяжесть этой травмы заключается в том, что при этом, при сохранении костной основы, сухожилий, сгибателей, повреждаются сосуды, которые питают палец. И если их не восстанавливать, в конечном итоге палец омертвевает и остается культя. То есть человек остается без пальца, а на этом пальце носят кольца, в том числе и обручальные. Поэтому пациенты бывают очень дорого. В случае с Ренатом Асадуллиным трагедии удалось избежать. По словам мужчины, как только он поправится, вновь наденет на палец кольцо. Я не очень одобряю все эти браки такие гражданские. Поэтому золотое кольцо, ну, всему какой-то верности, ответственности. По словам врачей, это очень редкая и сложная операция. Мужчине полностью восстановили палец. Сейчас на его реабилитацию понадобится около 2 недель, после чего он вновь сможет одеть обручальное кольцо на безымянный палец. Эльвира Шарафиева, Айгуль Низамутдинова и Альфред Камилевский, телеканал «Эфир». Как удобнее.